В ночном клубе «Уральска» молодой человек на глазах у людей вытащил из сумки предмет, похожий на огнестрельное оружие. Таким образом, он пытался привлечь к себе внимание. Его действия были сняты на видео его товарищами и выложены в сеть. Сразу же стражи порядка установили местонахождение парня и немедленно вывели гражданина из увеселительного заведения. В ходе проверки было установлено, что это вовсе не оружие, а муляж. Принятыми оперативно-розыскными мерами данный гражданин был установлен. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан.